внимание. Всем привет, с вами МС Тимур. В этом видео буду играть в игру под названием Euro Truck Simulator. В эту игру я уже играю не первый раз, это было мое первое видео на канале. В то время так и не доехал до города. В это видео я попробую до него доехать, но без всяких дополнений. Видео будет интересным. Погнали. Да, вот сюда, вот этот этаж. Нам, конечно, наш уже будет свой, я скажу. Ну, скорее всего, так, так. Да. Нас, хотя... Ну, понятно, ладно. У нас, короче, короче, мы пока не будем. Доехали. Доставить груз в целости и сохранности и суметь поставить прицеп на выгрузку. Каких бы сложностей тому не препятствовали, вот все, вот все, что требуется от опытного водителя. Если же вы не хотите самостоятельно парковать прицеп, то либо очень торопитесь, обсудите этот момент с диспетчером заранее. Наверное, вот это вот первое, плюс 90. Поэтому вокруг так меня. Так. Сейчас туда я поеду. А, все. Короче. Сложно заниматься.
Итак, сейчас я отправляюсь в путь, в город Псков. Пишет, что мне ехать 3 часа, но это приблизительно время. Соблюдая все, да, правила, все правила дорожного движения. И главное доехать, не повредить прицеп и вообще сам весь, и вообще весь грузовик, все мое транспортное средство. А то вот когда я играл сам, ну до этого я когда раньше играл на этих примерно приблизительной версии, может быть на ней было, по новей версии была, я все мои грузовики, все мои заказы, которые я почти все там процентов на 60. Успешно завершены.
Я, конечно, могу сейчас ехать также 80 км в час, 90 км в час, но бывает такая ситуация, когда передо мной едет грузовик или какая-то машина легковая. Она может, она ездит, вот ограничение 60 км, она и будет ехать 60 км, то есть она никак не будет быстрее ехать не может, поэтому и придется дать ему тащить за ней с такой же скоростью.
конечно же, без аварии никуда. Ну и чё он встал? Дорожно-транспортное происшествие, минус 80. Торможение. Так, следуйте в зону выгрузки. Ладно. Назад аккуратненько вывернуть. Аккуратненько машину. Так, это правда. Мне оказывается, мне кажется, ё-моё, кто там? Какая там...